В США спецагенты удалили результаты 7-летней слежки в интернете, а норвежские авиакомпании вскоре станут использовать электросамолеты. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Американские спецагенты случайно уничтожили результаты многолетней слежки. Сотрудники агентства нацбезопасности США по ошибке удалили данные, которые разведка собирала 7 лет по личному распоряжению президента Джорджа Буша-младшего. Вытерли все сообщения, которые спецслужбам удалось перехватить в интернете. У агентства были резервные копии данных, однако и они не уцелели. Впоследствии выяснилось, сведения удалили, чтобы освободить место для новой информации. Норвегия переходит на электросамолеты. Уже к 2040 году местные авиакомпании должны отказаться от использования обычных лайнеров, которые летают на авиационном топливе. Впрочем, переход на электросамолеты произойдет не сразу. Сначала планируют тестировать переходные технологии, биотопливо и гибридные двигатели. А воздушные суда на электротяге будут использовать на коротких расстояниях для внутренних рейсов и полетов в скандинавские страны. В Колумбии проходит чемпионат мира по парапланеризму. В небо над Андами поднялись больше сотни спортсменов. У каждой команды пилотов было несколько заданий. Одно из них – пролететь как можно быстрее по определенному маршруту. Второе – выполнить маневры в ограниченное время. Погода в последний день соревнований испортилась. Начался тропический ливень. Но спортсмены все же одолели дистанцию. Лучшим среди мужчин в финале стал швейцарец Майкл Сигель. Первое место среди женщин заняла Фрэнсис Лори Дженовеза. О, спорт, ты мир! Переговоры Олимпийского комитета с Северной Кореей дали результат. 22 спортсмена все-таки отправятся на Олимпиаду. Они будут соревноваться в парном фигурном катании, конькобежном спорте, лыжных гонках и гигантском слаломе. Также Сеул и Пхеньян выставят на Олимпиаду единую женскую хоккейную сборную. А на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Северная и Южная Кореи пройдут под одним флагом с изображением Объединенной Кореи.